девочки, дорогие тренеры, дорогие родители и просто любители гимнастики. Мы начинаем наш эфир ежедневный, который посвящается разбору элементов художественной гимнастики. Девочки с разных концов и городов, и стран присоединяются к нашему эфиру и очень хотят разобрать элементы. А я чем могу, помогу. Подскажу, что сделать, над чем поработать, чтобы элемент получился. Потому что в домашних условиях, конечно, тяжело себя организовать. Тренерского глаза не хватает. И очень сложно заставить таки себя тренироваться. Но поскольку мы тренируемся каждый день, потому что нам просто нельзя пропускать ни одного дня, иначе у нас и растяжка пропадет, и результаты ухудшатся. Поэтому мы постараемся сейчас поддерживать себя в форме. И каждый день мы будем разбирать элементы. И по традиции, уже которая у нас сформировалась, первой девочке, которой я звоню, это та, которая быстрее всех написала «Хочу разбор». Это была Рогова Яна. Надо прям писать «Хочу разбор» или «Жажду разбор элемента». Привет! Здравствуйте, меня зовут Яна, мне 12 лет, и я из города Тольятти. Прекрасно. Какой элемент будем делать, Яна? Итальянская флюте. Показывай. Угу. Вот смотри, во время второго маха ты упала назад. Почему? Потому что ты наклонила спину и плечи. А ты во время второго маха, наоборот, сопротивляйся. Тебе хочется упасть, а ты сопротивляйся и спиной подтягивайся к ноге. Поняла? Угу. Не от ноги, а к ноге. Давай. К ноге. Вот. Молодец, умничка. А теперь натяни стопу. И сделай дожим. Вот чем выше нога, тем ты выше на опорном бедре поднимайся. И делай прям дамаг за плечо. Ну, мах прекрасно прошла. Спрыгнула с ноги, подпрыгнула. Все, mm-hmm. Это ошибка. А подпрыгнула, потому что расслабила спину, когда села на плие. А тебе в момент, когда ты садишься на плие, наоборот, надо спину напрягать и тянуться еще выше вверх. Коротенькое плие. Не расслабляйся. Давай еще раз. А махи сделала лучше уже. Давай. За плечо. За плечо. Вот. Сейчас умничка. Молодец. Все, добавляй предмет и делай какое-нибудь мастерство на этом элементе, потому что сейчас ты сделала окей, хорошо. Все, дорогая. Это ты будешь делать сама уже. И если у тебя будут проблемы, мы с тобой еще раз встретимся на разборе. Все, пока-пока. Спасибо большое. Яночка, молодец, хорошая девочка, умненькая девочка. А вы, пожалуйста, все элементы, все подводящие упражнения запоминайте и все замечания запоминайте, потому что они вам пригодятся. Элементы у нас у всех повторяются. Привет. Здравствуйте. Ну что, ты хочешь разбор элементов? Да. Как тебя зовут, сколько тебе лет? Меня зовут Сабина, мне 11 лет, я из Казахстана, город Павлодар. Павлодар, поехали, давай быстрее. А ты размята, хорошо? Да. Ну, тогда ногу поднимай прямо к голове. Руками тяни ее на себя сильно-сильно. Молодец, молодец. А еще сильнее можешь притянуть прямо в конце поворота? Наверх. Ну, теперь, когда опускаешь ногу, не надо головой вниз лететь. Грудью наверх тянись.
А ногу прижми к голове на повороте. Грудью вверх, нога к голове. Давай. И наверх. Не падай. Ставим в кольцо равновесия. Стой долго. На носочек поднимайся. Прижимай ножку руками. Не надо назад, не надо назад. Еще руками, руками. Руки вперед тяни. Локти вперед, вперед. У тебя нога должна быть над головой. Если нога у тебя сзади, то все, ты упадешь назад. Вот, молодец. Вот, отлично. Живот в себя. На носочек вставай. Зад зажимай. Стой долго. Умничка. Вот то же самое в повороте давай. Ну, подтяни ножку вверх и прямую опускай. Прямую опускай. Молодец. Концовочку сделай мне красиво. Сделай равновесие на всей стопе. Так. Теперь выпрямляй ногу. Арабеск делай. Арабеск. Прямая ножка. Давай. Убирай руки вверх. Убирай руки вверх. А нога... Отпускай прямую ногу. Задержи. Руки вверх. Отпускай ногу. Стой. Еще раз. Арабеск покажи. Поняла? Отпускаешь ногу. Руки вверх. Арабеск. Оп. И приставила наверх. Подтянулась. Умничка. Вот то, что вот это так должна сделать концовочку. Давай еще раз. Концовочку. Обрати внимание. Обрати внимание на концовочку элемента. Наверх, наверх, наверх. Оп. Вот. Вот. Уже лучше. Уже лучше. Запомнила, красавица? Все, делай давай, тренируй. Равновесие уже очень хорошо делаешь. Нога прямо у головы. Уже можешь пробовать этот же поворот с прямой ногой. Ясно? Спасибо, до свидания. Ну, пока, пока. Давай. И спасибо. Поехали дальше. Кто хочет разбор элемента, пишите. Хочу разбор элемента. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Милена. Мне 12 лет, я с города Краснодар. Я хочу разобрать равновесие. Отлично, показывай элемент. Ну, смотри, руки шире раскрой и делай через арабеск этот элемент. Сначала ногу высоко-высоко подними. Давай, с прямой спиной, не наклоняйся, руки шире. Руки выше, выше, в сторону, вверх. Вот. Пошла нога, голову держи высоко. Нос высоко, выше, выше. Спинку держи, грудь держи высоко, сгибая ножку. И между ног, между ног. Давай, давай, раскрывай пахи, раскрывай. И голову выше тяни. И раз, поднимайся. Прямая нога, прямая. И два. Ну, смотри, у тебя не очень много места, точнее, очень много места между головой и ногой, и тебе, может быть, лучше другой элемент делать, потому что тебе прям сильно надо, ну, ногу слишком усилить, чтобы дотянуть эту ногу. Давай просто панше попробуем, это тоже дорогой элемент. Давай сначала просто панше сделаем. Давай, арабеск. Пошла ножка, 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 выше спина, выше спина, выше спина. Еще тащи ногу, еще на себя ножку, еще на себя. Поднимайся. Раз, два. Вот смотри, у тебя спина достаточно низко находится. При такой низкой спине у тебя нога должна вообще лежать на голове. На голове, чтобы получилось это равновесие. Потом ты сначала растянись на шпагат, заднюю ногу. Потом ты делай равновесие панше и с резиной, и с грузами, чтобы она у тебя ушла за пределы шпагата обязательно. И только потом начинай сгибать ее потихонечку. Договорились? Да, хорошо. Спасибо. Ты умничка. До свидания.
Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Даша, я из города Вязьмы, и мне 12 лет. Так, Даша, какой элемент будем делать? Боковое равновесие. Поехали. Подтянись, спинку ровно. Пояс наверх. Ну, смотри, ты немножко уходишь назад. Ты не в сторону уходишь, а назад. У тебя нижнее плечо должно быть точно под верхним, а верхнее над нижним. Сделай просто наклон в сторону сейчас. Ты в заднее плечо отводишь назад, а ты его поставь над нижним. Вот. Вот умница. Молодец. Поняла? Вот это положение спины должно быть в этом наклоне. Давай еще раз попробуем. Готово. Спинку подтянула. Стоп. Стоп. Вот смотри, стоп. Подожди. Подожди, дорогая. Ты поднимаешь ногу вперед, а тебе нужно поднять ногу в сторону. Чтобы поднять ногу в сторону, посмотри, у тебя одно бедро, тазобедренная косточка, должна быть напротив другой тазобедренной косточки. Подними ногу. Встань в наклон, как ты идешь. Сделай пассе в сторону. Пассе в сторону. В сторону, вот. Теперь повернись к передней ноге немножечко. Чуть-чуть повернись к передней ноге. И наклонись назад. И наклонись. Вот ты мне такое боковое делаешь. А мне нужно, знаешь, такое боковое? Разверни опорную ножку. Вот бедро опорной ноги разверни. Вот. Еще разверни тазобедренную косточку в сторону. Молодец. Теперь пассе в сторону. Держи пассе в сторону. У тебя два бедра открыты. Запомнила? Два бедра открыты. И опорная, и рабочая. Теперь наклоняйся. И проверь, чтобы плечо правое было над левым, левое под правым. Живот убирай. Прогиб убирай. Здесь вообще прогиб не нужен. Прогиб не нужен. И поднимайся. Вот, молодец. Да. И поднимайся. Раз, два, вот. Вот умничка. Вот это ровная форма. Вот это судьи, понимаешь, снимают. Если у тебя какое-то искривление плеч, как ты первый раз сделал, искривление бедер, это все сбавки по исполнению. Поэтому сначала встать ровно надо, а потом дожимать амплитуду, потому что это тоже сбавка по исполнению. Давай еще раз сделаем, давай. Еще раз сама проверь ровно все, что было. Так, плечи вниз. Поясницу подтяни. Знаешь, где пояс? Правильно. И пошла. Раз. Сильная спина. Грудь убрала. Грудь в себя. Так. Колено вытянуло вниз, внизу. И не разворачивайся. Вот. Молодец. Все. Иди сюда. Теперь иди ко мне. Вот ты встала в ровное положение. Теперь нужно довести ногу до шпагата. Знаешь, как это сделать? Как? Больше растягиваться. Правильно. А еще? Мышцы укреплять. Да. А как? Делать УФП. И смотри, все удержания с ногой. Вот все, что связано с ногой вверху. Неважно, вперед это в сторону. Надо держать около уха долго. Ты должна делать дожимы. Ты должна делать подъемы, наклон, подъем опустить. И ты должна делать это все и с грузами, и с резинами. И делать это много. И тогда потихонечку, вместе с растяжкой, у тебя нога будет выше, выше, выше. Тебе будет держать ее гораздо легче, чем сейчас. Поняла? Все, ты очень умная. Спасибо и большое. И сообразительная. Я верю, что у тебя все получится. Спасибо. До свидания. И тебе спасибо. Пока-пока. Кто хочет разбор элемента, пишите. Хочу разбор элемента. Привет. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Анна, я из Ульяновска. Мне 12 лет. Еще раз. Из Ульяновска. Отлично. Какой элемент будем Ага, поняла. Смотри, когда ты опускаешь планшет, как вот я всех девочек учу, и тебя тренер как учит? Прям носом клевать вот так или что-то по-другому? А как? Поднимать выше, головой тянуться к потолку. Вот, давай сделаем так, как тренер тебе говорит, давай. Нос к потолку. И дальше.
Отлично, супер, молодец. Теперь дальше. Шире руки, руки широко. Дальше. Ты там держишься за что-то, что ли? Нет. Нет? А зачем ты руки соединяешь? Делай мне наклон вперед. Наклон вперед сделай. Так, без ноги, да? Без ноги, ногу оставь. Так, руки в стороне. У тебя сейчас руки сзади, а на этом в стороне. Вот, еще до стороны доведи. Еще. Вот. И теперь рука вот эта вот одна вверх, вторая вниз на развороте. Делай разворот. И раз, плечо правое над левым, левое над правым. Лопатки вниз прижми, ноги разверни тоже, ноги разверни. Бедра тоже разверни. Вот, лопатки опусти. Плечо вот так не должно торчать. Опускай плечо. Опускай. Хорошо. Поняла. Умница, умница. Вот так сделай равновесие. И пальцами, вот пальцами, на развороте. Вытащи ногу выше, выше. И пальцами затянись, прямо это прижми к потолку. Давай. Нос. Вспомни, где у тебя нос должен быть, где руки должны быть. Так. Дальше. Оп, давай, давай, давай. Живот в тебя. Вот. Вот, молодец. Умница. У тебя лучше нога, когда ты делаешь панше, либо когда ты делаешь боковое? Панше. На панше. А давай попробуем наоборот сделать, на другую ногу. Давай, в другую сторону вставай. Вот сюда. Другой ногой делай панше. Нос наверх подними, давай. Так. И теперь делай боковое. И так. Только да, только на боковом не надо вперед падать. Не надо вперед падать. Нужно точно в бок вставать, поняла? Это неплохо у тебя получилось. Давай еще раз. Давай. Нос выше подняла. Сначала нога. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не. Сначала ножка пошла. Вот, умничка. Теперь пошла ножка, 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 ножка идет. И теперь разворачивайся. Оп. И к ноге. Вот, умница. Молодец. Иди сюда. Смотри, у тебя очень хорошая растяжка и с правой ноги, и с левой ноги. Я тебя поздравляю. Ты молодец. Спасибо. Но это равновесие, которое ты мне показала, выигрышнее и лучше делать сначала на слабенькую ногу панше, а вот боковое второе или нет, уже на сильную ногу. Как сейчас последний раз было. Договорились? И на панше ты чуть-чуть еще дотянешь ногу до шпагата и больше. Ты это сможешь сделать. Угу. Поняла? Ну все, ты молодец. Ты очень настойчивая, упорная, и ты точно добьешься всего, чего ты хочешь. Спасибо большое. До свидания. Пока. Какие вы смелые, девчонки. Какие вы смелые. Вы даже не боитесь? Вы прям как на соревнованиях сейчас работаете. Очень большие молодцы. Привет. Здравствуйте. Привет. Юля, мне 10 лет. И я хочу разобрать бочку с мячом. Сколько тебе лет? 10. Поехали, давай. Давай только так, чтобы я тебя видела. Угу. Еще разочек. Ага. Теперь делай мне бочку без мяча. Смотри, когда ты мне делаешь бочку без мяча, у тебя ножка прямая. Когда ты делаешь бочку с мячом, ты идешь согнутой ногой. Покажи сейчас бочку с согнутой ногой, как ты с мячом работаешь. Да, вот это неправильно. Поняла? Чтобы у тебя получился отбив, ты должна вытянуть ногу. Сделай еще раз с прямой ногой. Представь, что у тебя в коленке мяч. Представь. И сделай без мяча. Ножку вытягивай. Так. И вытягивай ногу. Раз. Два. Поняла. А теперь представь, что у тебя там мяч в ноге. И сделай так, как будто бы ты все время на него смотришь. Вот ты начинаешь бочку, смотришь на мяч.
отбила, тоже смотришь на мяч, токи на руках. И быстрее руку подставила, смотришь на мяч. Давай. И на мяч, на мяч, на мяч. Видела мяч? Невидимый мяч видела? Мне кажется, нет, не туда смотрела. Еще раз давай. Это важно. Ты делаешь типа без зрительного контроля. На самом деле ты его поконтролируешь глазками. Смотри, смотри, смотри. Вот сейчас смотрела. Все, бери мяч. Раньше разогнуть надо. Вот когда ты сходишь стойку на руках, прям сразу разгибай ногу. Чем выше нога, тем выше отобьется мяч. И у тебя будет время его поймать. Поэтому не стесняйся, вытягивай ногу. Так, а ты помнишь, что мы подсматриваем, да? Мы подсматриваем глазками, подсматриваем на мяч. Мы смотрим. Чуть-чуть подсматриваем. Смотри, чтобы мяч отбился, ты должна разогнуть ногу так, чтобы мяч отбился вниз. Если ты выпускаешь мяч, и он бьется по диагонали, вот так летит, диагональ, то есть ты не довела ногу до горизонтального положения и раньше его выпустила, или позже, то он отбивается и летит под углом в другую сторону. Поняла? Давай сделаем. Поймала, что ли? Нет, не вижу я ничего. Почти. Давай, выпрямляй ногу, ты опять ничего не выпрямляешь, там отбива-то нет у тебя. Поймала? Я не вижу. Ты слишком близко ко мне подходишь. Чуть выпрями ногу. Ты должна его выпустить, этот мяч. Не просто сделать больше, ты должна выпустить мяч в пол. И выпускай мяч. Раз. Ну, получилось? Я просто не вижу. Там чуть-чуть пониже надо камеру опустить. Чуть ниже. Чуть ниже. Давай. И в пол. Раз. А, ты отпускаешь его под себя. Ты слишком гнешься сильно. У тебя слишком низкая нога. Тебе нужно ногу чуть поднять вверх. Поняла? А то ты мячик выпускаешь прям себе на руки. А тебе нужно чуть-чуть подальше от рук отпустить мяч. Еще подальше отойди, я тебя не вижу. Или сделай в другую сторону бочку. От меня сделай, от меня к двери. Угу. Все, давай. Угу. А зачем ты его, закладываешь, когда он у тебя с одной стороны больше, а с другой стороны меньше? Положи его ровно. А где твои наколенники? Вот. А, есть, да? Ну, хорошо, давай. Смотри, после отбива берешь не сверху мяч, а снизу, вот так на ладошку подставляешь. Ну, резче, выпрями ногу. Резче. Ты когда выпрямляешь, он еле-еле вылетает. Да, сейчас хорошо, лучше. Давай еще раз. Ну, почти, быстрее, выше ногу подними, еще выше ногу подними. Момент от выпуска мяча чуть выше нога, прям задержись там наверху. А потом быстрей. Наверх, давай. Ну, почти уже, почти. Смотри на мяч. Получилось, по-моему, да? Все, да. Молодец, иди сюда. Все, смотри, любое мастерство, если у тебя не очень-то получается хорошо, тебе нужно пройти без предмета акробатику, без предмета, поняла? И только потом начинаешь с предметом, как сейчас. Если совсем ничего не получается, то сними сама себя и посмотри, куда ты отбиваешь, как ты отбиваешь, под каким углом он вылетает. Тогда тебе будет понятно, что тебе нужно сделать, чтобы получилось.
Спасибо большое. Вы лучшая. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Пока-пока. Молодец. Молодец, девочка. Мама молодец. Которая очень переживает. Вы все молодцы. Кто хочет разбор элемента, пишите. Хочу разбор элемента. Ура! Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Меня зовут Лиза, я из Украины, да. Из города Каменского. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? 9. Какой элемент будем делать? Угу. Смотри, встань, сядь, шпагат. Так. Теперь прогибайся, бери рукой ногу сзади. Так, прижимайся. Противоположной лопаткой. Ты с левой ноги сидишь? С левой ноги сидишь, да. Или справа? Или справа. Справа или справа? Справа или слева? Справа. Справа. Значит, левое плечо, левую лопатку прижимай к ноге. Возьмись за пятку, за подъем. Вот. Руку бери вверх, но не берись за ножку. Еще вверх. Куху. Вот сюда. Смотри, у тебя кривые плечи. Ровнее ляг. Голова точно на ножку. Вот. Спереди разверни бедро. Молодец. Локоть вытяни. Первый и второй. Поднимайся. Ты запомнила это положение. Молодец. Если кто-то видит ошибки, можете прокомментировать. Потом будете пересматривать и читать еще комментарии. Вставай. Теперь делай затяжку. И подожди. Затяжки точно так же. Противоположное плечо к ноге. Правая к левой ноге. Нижняя нога вывернута. Прямой рукой держи за пятку. Вторая рука вверх. Давай. Нет. Кольцо. Так. Рука вверх. Прямая нога. Противоположно плечом к ноге тянешься. Затылок. Смотри на пятку себе. На пятку посмотри. Молодец. Смотри, ты тоже самое закрутил, только стоя на ноге. Ну, в наклоне. Поняла, да? Чтобы не упасть назад, ногу берите к себе, чтобы нога была за шпагат. А сама смотри на пятку спокойно. Голова прям пониже. Так. Ниже голова, назад. А зачем ты вперед наклонилась? Наклон не нужен. Нужно притянуть. Но наклоняться не нужно вперед. Так, раз. Руки вверх. Ты моя золотая, какая умничка. Еще разок, пониже камеру сделайте немножко, чтобы все посмотрели на эту красавицу. Колено вытяни. Смотри, тебе нужно еще противоположным плечом прижаться. Ты сейчас противоположным плечом, которым надо прижаться. Убрала вперед. А тебе наоборот назад. На вывертной ноге. Назад прогнись. Живот под себя. Не наклоняйся вперед. Вот, он какая молодец. Какая умничка. Смотри теперь. Делаешь переворот вперед. Медленно. Ногу ставишь точно между рук. Прямо вплотную к рукам. Встань в мост и возьми за пятки. Мост. За пяточки возьми. Вот. Вот сюда ставишь ногу свою. Вставай. Молодец. Так руки держишь. Ногу ставишь прям близко к рукам. Между рук. Поняла?
Все, берешься за пятку. Смотришь на пятку. Руками тянешься вверх. Пятки. А ногу развернуть и тянуть на себя. Противоположный лопатки прижаться к опору ноги. Как ты делаешь? Как ты делаешь шпагат? И как ты делаешь сейчас стоя в кольце? Давай. Ниже камеру. Умничка. Еще медленнее сделай переворот. И на себя ножку потяни посередине. Руками тянись назад, как сейчас делала. Хорошо. Так. Ножку на себя. Противоположной лопаткой прижалась. Коленочку вытяни на себя. Ножку. Давай еще раз. Не бойся. Долго стой. Смотри вниз. На пяточку. Ищи равновесие. Коленочку вытягивай. Противоположную лопатку к ноге прижимайся. Стой долго. Браво! Молодец! Кому понравилось, как она старалась сейчас. Прям просто. Скажите ей какие-нибудь приятные слова. Иди сюда. Ты молодец. Ты очень гибкая, и умная. У тебя все получилось. Спасибо. Только не забывай делать стопы и колени. Ну пока. Да, такие девочки у нас хорошие, гибкие. Кто хочет разбор элемента, пишите. Ой. Хочу разбор. Здравствуйте. Кто ты, откуда, сколько тебе лет? Я Аня, я из города Москвы, 11 лет. Я хочу сделать... вертолетик с Блауми. Давай. Можно мне камеру пониже чуть-чуть? Я вижу свет, а тебя не вижу. Угу. Так, а что ты хочешь здесь делать? Здесь надо мастерство какое-то делать.